Привет, Рита. Это снова я. Узнала тебя, дорогой. У тебя есть минутка для меня? Конечно, я все еще надеюсь. Слушай, ты не знаешь некоего Джеральда? Джеральд? Какой Джеральд? Джеральда Майерса. Он работает в компании «Техника и грузоперевозки». Никогда не слышала. А кто он? Он был одним из твоих недавних клиентов. Или нет? А в чем дело, дорогуша? Ты что, недавно поступил на работу в полицию? Так он был у тебя? Ну да. У него был его личный пропуск. Он еще у тебя? А что? Он мне нужен. Тебе нужен пропуск сотрудника службы грузоперевозок? Можешь мне его дать? Эй, на черном рынке за это можно получить кучу денег. Да ладно тебе. Ты только накликаешь проблемы на свою голову, если попробуешь продать его. Да? А ты не попадешь в неприятности, да? Посмотрим. Хорошо, тебе виднее. Вот, держу. Для сканера потребуется мое удостоверение охранника. Нужно оставить свои вещи в безопасном месте. Кто знает, что может случиться. Эй, Брайан! О, привет! Ну как, ты в порядке? Да. В самом деле? Да, действительно. Что с тобой? Ты в уме? Чепуха! Почему это я должен злиться? Все в порядке. Послушай, что я тебе скажу. Должен? Брайан, да что с тобой сегодня? Мне жаль, что я вел себя странно вчера, но я подумал... Иди на кухню. Хорошая идея. Я как раз хотел предложить. Послушай, я тебе говорил, что я... Так, теперь ты послушай меня. Ты знаешь, что у меня сохранилась эта запись в файле, Питер? Из-за тебя у меня большие проблемы. Что я сделал? Дженни переволновалась, а ребята каждый вечер на меня орут. Я понимаю, что у тебя тяжелые времена, но это зашло слишком далеко. Друзья так не поступают. Я не имею ни малейшего представления, про что ты говоришь, Брайан. Не мог бы ты сказать мне, про что ты? У меня были копы. Они задавали мне вопросы, что-то о твоих друзьях из Нижнего Истсайда. Ты использовал наши экраны для показа какого-то дерьма об НЛО, изготовленного психами. Это незаконно. Ты что, совсем рехнулся? Я... Только не надо мне втирать, что ты об этом ничего не знаешь. Это мог сделать только ты. Но копы подозревают меня. Ты это понимаешь? Ты ведь якобы был в отпуске, а я контент-менеджер. Какое это отношение имеет к Дженни? Ты знаешь, я не говорил Дженни о своих судимостях. А копы, видимо, сразу же сделали это. О, черт. Ты понимаешь, что ты натворил? Ты знаешь, какие проблемы возникают у копов, если они имеют дело с преступниками? Но ты же не преступник. Нет, но ты-то преступник. Глупый идиот, я должен был просто выдать тебя. Ты этого не делал? Нет. Я... Послушай, Брайан, мне очень жаль. Тебе жаль? Мне тоже жаль. Я думал, мы друзья. Иди к черту, бесполезный дурак. Брайан. Занимайся своими делами. И постарайся в будущем избавить меня от всего этого дерьма. Или я ничего не гарантирую, ясно? Черт побери. Отвали от меня, придурок.
спаренная пушка. Видимо, она защищает платформу от нападений с воздуха. Тяжелые цепи. Топливо для генератора. Видимо, там полисиротан. Очень взрывоопасное вещество. Топливо для генератора. Видимо, там полисиротан. Очень взрывоопасное вещество. Генератор, который не работает. Возможно, это генератор аварийного питания. Грузовой лифт. Ничего не происходит. Мистер Освальд вел дневник. Мне кажется, так. Ничего не происходит. Интересно. Очередной замок. Заперто.